дорогие жених и невеста, уважаемые гости. Я рада приветствовать вас в нашем дворце бракосочетания города Иркутска. Сегодня, 4 июля 2018 года, в брак вступают Питаян Анатолий и Даниян Ася. Выполняя долг представителя государства, я обязана спросить у вас, является ли ваше желание вступить в брак искренним и добровольным? Прошу ответить вас, жених. Да. Вас, невеста. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу скрепить семейный союз подписями. Да, любовь